Это изделие сделано в Китае, фарфорово, очень такое вот, ну, помпезное, я бы сказал, даже с претензией. Называется у нас фруктовница, но я бы, конечно, позиционировал как конфетницу, потому что она небольшая такая вещь, диаметр, внутренний диаметр всего 11 сантиметров, как раз для конфет очень даже подойдет, ну и для, может, для ягод каких-то. Вот. Богато украшена, даже такими вот стразами. Вещь бежевого цвета, вот, ну, роскошно будет так смотреться, за вашим семейным застольем. Спасибо.